Ой, мама. Сейчас я камеру переключу, я боюсь. Короче, идем мы тут такие, идем. А тут везут какую-то экскурсию на лошадях. Короче, Алла говорит, давай быстрее, я очкую, говорит. Сейчас с ними как пересечемся. Они нас как задавлять. Так, добрый день. У нас сегодня день великолепный. И мы с Аллой решили пойти в наш любимый поход. Вот у нас там подала. Мы уже, кстати, прошли, да? Километра два мы прошли, наверное? Нет, еще не прошли. Ну, два прошли, еще три. Юлия, короче, в одну сторону мы идем 5 километров. Вот там вот по горам, по долам и вот тудой. Куда мы идем? Короче, там 4-я деревня по счету будет. Мы покажем аппарат с яичками, домашними яйцами куриными. Вот. И как это там все происходит, покажу. У нас такого нет, и это очень интересно. Конечно, нашим людям такое нельзя. Вот оттуда. Вот туда. Сейчас пойдем. Конечно, далеко, 5 километров. Но ничего, нам полезно. Вот просторы такие показываю. Дышим воздухом. Этими баварскими лесами. С завтрашнего дня у нас дожди там начинаются. Поэтому мы решили сегодня сходить за яйцами домашними. Идем дальше. Мы боимся. Мы сейчас дойдем с тобой не за полчаса, а за 10 минут добежим до яиц. Мы убегаем. Они за нами. Вот это... В тележке там прикольно. Смотрите, нет, какой ну... Не, у них тоже разнообразие какое-то. Они едут, им скучно, да? На экскурсии. И тут идут две бешеные женщины и бегут впереди. Лошади их погоняют, они бегут. Людям там интересно очень, кстати, становится. Веселее, разнообразнее. Слушай, а мне интересно, сколько они заплатили вот это вот? Чтобы вот это вот покататься по деревням тут, в этой телеге. Воняя сеном и говном. Что, они нас перегоняют, да? Извозчик женщина. А там еще вторая. Ёб шаломать. Они он ржут с нас, видишь? Вторая. Где воно вторая? Да не мельтеши, дай снять вторую телегу. Где воно? Ее сдувай. Аллу от истерика у нее. Я тебе боюсь. А как мы будем быстро идти? Они еле лезут, глянь. Медленно. Догонять будем теперь. А нам где поворачивать? Здесь или следующее? Ну давай. Так, вы уже поняли, да, что с вами Снежана Про и Алла. Боже, опять не лошади. Они рванули от нас. Мы их напугали, они рванули. Слушай, ну я не пойму, неужели это им весело там внутри сидеть? Бедные лошади. Я не знаю. Ну что, не, ну что за прикол? Они ехали вот там, вот мы видели. Они вот там проехали по кругу, то есть они... И все, и все, и все. Что это за прикол? По полям проехаться на лошади. Да, экзотика. Я поняла. Тут по дороге такой колоритный домик есть. Не знаю, видно его или нет. Очень красивый. Такой красивый. Мне нравится. Но его не видно. Вот эти вот были красненькие тут эти листья винограда в прошлый раз. Сейчас уже нету. Нет красных листьев. Тогда красиво мы с тобой фотографировались были. Вот такие кресты у них везде тут стоят. Что это значит? И вот он. Я сначала, когда я увидела, мне так что-то аж как-то было стремновато. Арбузы, он все лежат все. Короче, мы почти уже дошли, да. Мы дошли до той деревни и почти дошли до киоска. Сейчас мы вам покажем, как это действие происходит. Что воняет, да? Как обычно. А вот и шиповник крупный. Но это за забором. Да. Нам надо бесхозный шиповничек в следующий раз. Заварите из шиповничка чаек. А дедушка колоритный. Лянь, кстати, там бродит. Смотри, он в национальном шляпке.
Баварской шляпке. Он всегда готов. Говорит, вдруг будут папарацци снимать, будут, да? Да. Вот а у него что, флагшток какой-то, ты видишь? Это центр, тот самый центр, Центрякович прям. Офигеть! Вот это центр. Все дороги, дрова это уже перекрёсток. Все, так, слышишь, дрова все уже позапали. Ну, конечно, зима уже. Зима позапали. У них тут, наверное, у всех есть камины вот эти печные. Ну, да, только слышишь, если у них правильно, у них тут газа нету вообще. Нет, они маслом только. Да, газа нет вообще. Масло, труб зима. Газовых мы не видели нигде. Ух ты, бля, какие лошадки. Глянь, какие лошадки. Да я лошадок сняла. Это, может, старинная детская игрушка. Может, еще и этот, кто там, Гитлер катался. Фу, блин, да что ж оно воняет. Ага, все, мы подходим. Кстати, вот это ж смотрите, ребята. Кстати, я тебя огорчу такими платочками. Как нет? Вот так. А? Мы шли. Не, ну обычные возьмем. Хочешь, не будем брать? Да, что мы зря шли. Покрупнее. Так, сейчас я достану свою мелочь. Короче, тут все на общественном начале. Давай мне. Выбирай евро 50. Там есть евро и полтинник есть. Сейчас и я еще все лезу. Ну там да, там все под расчет. А вот еще. Евро. Короче, все на общественных началах. Вот это, чтобы вы понимали, смотри, оно просто они открыто. Они туда не влезут. Ты гонишь? Чего они не влезут? Так, Алла. Чего они не влезут? Все влезет. А ты не кидай пока пятерку. Сейчас мелочь покидай, потом пятерку сверху. Так, не командуй. Короче, открывается холодильник и можно брать. Если люди не... Скажи, я кажу. Алла, как на скажи это слово? Слово? Да, если люди не честны, то могут забрать все яйца и уйти. Вот. Не надо такие давать сами. Ну, так. Я вообще говорю, нашим людям такие, наверное, нельзя. Поэтому этот киоск очень далеко, да. Далеко. Мы ходим сюда, просто что домашние яйца, я люблю сырыми. Их а еще кушать. Мы любим сам процесс ходьбы. Сам процесс, да, 10 километров. Видишь? Вот все влезло, там не влезло. Там коробушка нормальная. А ты кинул, себе забрала евро 50? Забрала. А, то я думала, ты все покидала. Пятерочку туда. Ну, все по-честному. Давай, где моя сумец мой? Открываем. Проверять будем? Жалко, тут, короче... Да, у меня целенькая. Жалко, конечно, тут бывает такая корзиночка. И там... Последний раз мы брали по 18 яичек. Они просто чуть-чуть не такие крупные, но очень выгодно тогда получается. Но в этот раз... Ну, громадные, да. Они громадные, конечно, но все равно. Как-то 18 яичек более обнадежно. Смотри, сюда еще приносят это пустые. Видишь, нам нужно приносить. Ну, не да. Можно, да. Все, курочка, спасибо. Всем спасибо. Мы пошли обратно. А вот там окошко, возможно, за нами наблюдают. Что там? О, какая красота. Ля, натюрморт. Який натюрморт. И свечка там горела. Это ж с этого. Як его? Хэллоуина, да. Вот их який с рыбкой в зубах. Так получается, этот двор, вот этот двор, да? Ну да, вот все ж получается. Где курочки? Угу. Куриная ферма, там, наверное, сарай. Постучаться, сказать, дайте нам другую коробочку. А если я туда посмотрю, что там дальше? Ну, пошли, может, там еще какие-то есть магазин. Может, там другой киоск, так мы сейчас поменяем. Ну, кстати, так. Смотри, 56 минут мы уже все сделали. Ну, да. Значит, мы где-то за 45 минут. Ну, да, я так и думала, что где-то, ну, грубо говоря, полтора часа туда-обратно. Да если бы коровы, тут бы воняло бы, честно говоря, коровами. Бочка вот с молоком стоит. Ой, какой красивый двор. Слушай, глянь, какой красивый. Скажи. Ты скажи. Она скажет. Все, ни хрена тут. Яма, да? Не знаю. Ну, пахнет молоком, кстати, до речи. Пахнет молоком, а где киоск молочный? Мы никак не надыбаем молочный киоск. А очень бы хотелось. Ну, я не слышу, чтоб тут коровы. Хотя, а, он курица сидит. Курица сидит в окне.
коровника я не вижу. Тут лошади, наверное, гуляют. Смотри, загон, видишь? С сеном. И пахнет лошадками уже. Ну, где ты молочный будешь искать? Нифига тут нет. Как-то тихо.